приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хочу представить вашему вниманию новую поняшку из коллекции Pony Movie. Итак, рассмотрим упаковочку. Снизу мы видим портрет Рарити. Здесь надпись «Рарити и подводное спа». Здесь у нас логотип My Little Pony The Movie. Сзади можно рассмотреть, какие аксессуары входят в комплект с этой замечательной поняшкой. Итак, что же было в упаковочке? В упаковочке шла, конечно же, Рарити. Куда мы без нее? Ожерельница для нее. Парфюм. И фен. А также зеркальце. Чтобы она смотрелась на свою великолепную гриву. Итак, что же было в этом чудном морском комплекте? Конечно же, сама Рарити. С ней шла вот такая вот накидочка. Она выполнена из мягкого пластика. Еще у нее есть вот такой вот красивый хвостик. Китти Марка у нее изображена тоже на хвосте. Еще у нее есть прекрасное ожерелье. Оно выполнено из твердого пластика. А также есть такая ванночка для спа. И полотенчика. После того, как Рарити примет спа, она может посмотреться на себя в зеркальце, высушить волосы и попшикаться парфюмом. На-на-на-на-на-на. Какой сегодня чудесный день. Он прямо создан для того, чтобы я приняла спа. Ох, какие нежные пузырьки. Такой вкусный аромат. Я бы здесь релаксировала целый день.